Большой всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий Толкинвейт. На дворе у нас суббота, а это что значит? Правильно, новости недели по игре Genshin Impact. Сразу же начнем с хороших новостей. Владелец вот этого комментария получает благословение полулуны. Молодец, что оставил свой UID. Свое благословение ты получишь в течение суток прямо на почту. Если ты тоже хочешь получить благословение полулуны, то обязательно досматривай ролик до конца, прожимай под него лайк, и если мы собираем 50 тысяч просмотров, то в следующий раз кто-нибудь из вас обязательно выиграет. А теперь давай не тянуть гора за хвост и перейдем к новостям недели. Начнем, пожалуй, с того, то, что сейчас открыто новое игровое событие «Туманное подземелье». В нем нам необходимо проходить небольшие испытания при помощи собранных отрядов, либо же использовать свои. Ивент достаточно простенький, забирается оттуда 420 примагемов. Плюс к тому же ты можешь потестировать персонажей, особенно тех, которых у тебя нет на аккаунте. Ну а также не забудь забрать награды с прошлого ивента. Там выдают достаточно прикольненькую собачку для чайника безмятежности. Ну и конечно же примагемы. На официальном сайте внезапно появился новый функционал. Он позволяет нам теперь рассчитать количество ресурсов для прокачки наших персонажей, для прокачки оружия и тому подобное. Возникает хороший вопрос, а нафига нам это нужно, если подобный функционал уже давно присутствует в интернете? К сожалению, какого-то адекватного ответа я на это не получил. Будем считать то, что разработчики стараются для новичков и совмещают все, что находится где-то на сторонних сервисах, у себя на HoloLive. Можно им, конечно же, за это похлопать, но чё-то как-то поздновато. Ждем в скором времени таблицу Чачина на просторах Холилайба, а также местный Пайман Мое. В следующую в пятницу в 15 часов по московскому времени пройдет официальный стрим разработчиков, посвященный обновлению 2.4. Разработчики наконец-то покажут нам, что они подготовили для нас в новой версии. Расскажут немножечко про Шаньхэ, про праздник фонарей, а также какие еще новиночки нас всех ожидают. Не забудь то, что я тоже буду смотреть этот стрим вместе с вами, и забегай обязательно на прямую трансляцию в эту пятницу. На нем мы, конечно же, разыграем целое море промокодов, а также 10 благословений полулуны. Жду именно тебя. Genshin Impact запалился на мероприятии вместе с Apple. Дело в том, что в Шэньчжэне проходила выставка Apple, и там также засветилась наша любимая игра. Там можно было потестировать нашу игру на разнообразных устройствах Apple, а также принять участие в розыгрыше памятных призов. Можно было получить AirPods, а также разнообразные плакатики. Прикольная коллаборация. И понятно то, что теперь Genshin Impact работает не только с андроидовскими телефонами, но и с яблочными. С 14 декабря Genshin Impact совместно со знаменитым альпийским горнолыжным курортом Вальтаранс подготовит серию загадочных тематических событий. Что это вообще такое и чем это нам грозит, вообще непонятно. Вот скажите, признайтесь, кто из вас последний раз был на горнолыжном курорте? Я все как-то пытаюсь наконец-то добраться до горнолыжки в Казани, но руки мои не доходят. А тут прям такая глобальная коллаборация. Ну, посмотрим, что придумали разработчики и как они нас будут развлекать. А пока мы тут мучаемся и страдаем в Genshin Impact, один игрок решил пострадать немножечко по-другому. Он решил то, что прокачается с 89 уровня по 90 без использования книг опыта, чисто на убийстве монстров. И угадайте, сколько времени у него это заняло? 338 дней. С 12 января по 16 декабря. Поэтому теперь можно определенно сказать то, что количество опыта, выдаваемого за убийство монстров в открытом мире, действительно чертовски мало. А на какие ты рекорды готов пойти, чтобы что-то доказать бездушной корпорации? Genshin Impact любит светиться в разнообразных топах. И теперь он засветился на хабе, на целом 8-м месте. Да, на сайте для любителей клубнички. Компания подвела итоги, и Genshin Impact показал себя достаточно на хорошем месте. Хотя, если посмотреть на победителей, то у меня возникают вопросы. Почему Fortnite и Minecraft? Ладно, Overwatch все-таки красив, но Fortnite и Minecraft? Ребята, что там можно искать?
Ну и не уходя далеко от горячей темы, то посмотрите на красивейшие презервативы от нашего Джунли. Игроки Genshin Impact решили позаботиться о защите и в таком виде. Да, презервативы одобрены нашим дедом. Давненько разработчики не радовали новым мерчем в своем официальном магазине. Исправляемся. Теперь в официальном магазине можно приобрести вот такие вот прикольненькие слаймики. Теперь не надо заказывать их на китайском Алиэкспрессе, а можно прям в официальном сторе. А также вот миленькие брелочки с разнообразными персонажами, выполненные в очень интересной стилистике. Мне лично очень сильно они понравились. Возможно, как-нибудь на досуге закажу себе парочку. Раз уж мы тут начали говорить про коллаборационный мерч, то стоит упомянуть про коллаборацию вместе с TapTap. Конечно, ничего там особенного нет, разнообразные телефоны, техники, парочку и фигурок от Genshin Impact, но в любом случае выглядит это очень годно. Конечно же, нам подобное не грозит, но возможно когда-нибудь какая-нибудь коллаборация в Российской Федерации с компанией Genshin Impact все-таки пройдет. По крайней мере, заказали же они все-таки один рекламный автобус, который катался некоторое время по Москве. Посмотрите, какую крутую фигурку сделал один из игроков Genshin Impact. Это наш Джунли, который засветился в нескольких новостях ранее. Но в этот раз он выглядит в своей истинной форме. И мальчик действительно получился очень красивым. Уверен, то, что на создание подобной фигурки было потрачено очень много времени. Вы же помните то, что на этой неделе у нас вышел Аратаки Ита. И тут уже готова новая коллаборация и выпуск нового мороженого Ита. Попробуй его дубину на вкус. Боже мой, какие сегодня пошлые шутки в нашем ролике по новостям. Хотя, ладно, выглядит это действительно круто. И еще вдогонку новость про Аратаки Ита. Одно из кафе решило провести мини-коллаборацию вместе с Genshin Impact. Ну как мини-коллаборацию? Скорее всего, ребята решили похайпить на вышедшем Аратаки Ита. Если тебе выпал Аратаки Ита и ты предъявляешь его официанту, то ты получаешь халявную Калифорнию Маки. Ну а кто же не любит халявно похавать в каком-нибудь прекраснейшем ресторане? Тем более съесть целую пачку суши. И в заключение, конечно же, сладенькое. Какой замечательный торт Паймон. Ох, вот скоро у меня, конечно же, тоже будет день рождения, и надо придумать себе какой-нибудь классненький торт. Возможно, нечто подобное я тоже себе закажу. А ты бы хотел себе такой тортик Паймон? Вот все, что я смог найти для вас на этой неделе. Неделя очень интересная, а следующая будет еще интереснее. Поэтому давай не страдай, загляни на какой-нибудь соседний ролик, а в это воскресенье я жду тебя на прямую трансляцию. Большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока!